Доброе утро. Сегодня пробую открывать сезон. У нас уже расцветает, ну уже в принципе расцвело. Вчера наблюдал уже стайки чижиков такие, штук по 20, по 30. Поэтому сегодня сетка у меня, поэтому сегодня сезон накроем. Сетка у меня стояла. Я вам уже показывал, но это все заняло буквально 5 минут. Сейчас включу телефон, сразу, наверное, на чижика. Вот так вот рассвело. Здесь уже видно, а на солнце еще темно. Передает сильный ветер, он и так, в принципе, сильный южный, боковой получается. Это метров, наверное, 7-8. Какой восход красный. Давно ничего не снимал. Сегодня встал 4 утра. Покормил всю банду. Как раз только вот закончил буквально сейчас. В районе, наверное, начало 7-го. Наверное, 6:30. Ты только все закончил кормить. Поить. Будем пробовать. Ну ладно. Посмотрим, что из этого получится. Ну что, друзья, вот он. Первый чижик этого года. Вот такой вот самчик. Сейчас я его достану, ну и посмотрим, подержим, что из него получится. Но птицы мало. Одна стайка прошла, штук 20. Как говорят рыбаки, рыба ловится вчера или завтра. Сегодня она почему-то не ловится. Ну, такой красавчик. Взрослый самец. Ну, сейчас его выпутаем. Ловим дальше. Ну, вот такой красавчик получился. Его переноску посадил. Сейчас его кину к репелу, пусть обсиживается. Репела не выношу. А что вчера был прецедент, или позавчера. Выхожу, а на нем копчик сидит на клетке. Как он его, сука, не забил репла. Поэтому пока стоит помещение. Может, копчик где-то будет. Я воздушку вынес. Пробую его, суку, зафигачить. Ну ничего, чижик нормальный. Так, ну да, пошел дальше. Вот такая у нас цветет красота. На улице тепло, с утра 20, днем 25 обещают, правда ветер сильный южный, но тепло. А какая цветочка. Ну что, друзья, сейчас время где-то 10 часов, вышло солнце, ветер сумасшедший пошел, сетку на деревья ложит. Поймал я еще штук 5 щеглов, не снимал, потому что телефон сел. Стало 10% батарейки. Песня играет, а снимать не снимает. Пошел, зарядил его и не снимал этих. Не заснял, как вытаскивал щеглу, в принципе, то же самое. 5 штук попалось. Одного себе оставил, и чижовка попалась. Одна. А четверых выпустил щеглу, потому что, в принципе, вот солнце, светит, сетку видно. Щеглы все без окраса, еще молодняк. Вот, вот такой вот щеглчик и чижовка.
Ну вот, сегодня первый день лова такой вот. Ну и пару каких-то мухоловок попалось. Так что, ну, всем спасибо за просмотры, за лайки, дизлайки. Поэтому главное, поймал, есть, будет, вернее, что поставить под тайник, что самое главное. Ну, еще пока тайником буду ловить, еще чего-нибудь поймаем. Сетку вот я собрал, а так будет она до следующего раза стоять. Какой ветер сильный, сумасшедший. Ну, пока все, до свидания.